Ты сделал? Очень уверенно. Даже поверил. Ну, тебе надо что-то продолжить. Ну, давай, давай дальше. Мы уже начали. Давай, серьезно. Чувак, пожалуйста. Я ее пробовал и блеванул, и сейчас вот второй раз. Я сейчас держу за щеками, просто попробуй. А ты раскусил хоть что-то? Я что, дурак? Ну, а ты закидывай, давай вместе. Давай, раз, два, три. Что делать будем? Жевать будем? Жевать? Я как будто внутри у рыбы. Что если ее попробовать не лопать, а просто проглотить? Так тогда у тебя родятся рыбёрки в животе. Just do it! Это легенда из детства? Да. Блин, ну пацаны, на 30 минут уже прошло. Глеб, давай. Просто потихоньку порциями так закидывай. Так по чуть-чуть порциями закидывай. Думаю, вот этого достаточно. Ребята, кайф. Ну что, теперь моя очередь. Давай быстрее, мне уже не терпится. Нутелла, вообще интересно, есть ли в мире хоть один человек, который не любит Нутеллу? Капец. Чисто орех какой-то. Блин, так хочется еще. Слюнки текут, даже после того, как мы уже съели, все равно хочется еще. Пацаны, это очень вкусно. Это просто... Посмотрите. Очень хотелось. Это, конечно, звучит странно, но на это почему-то приятно смотреть. Ну что, ребят, сейчас будет последний раунд, и есть вероятность, будет жестко. Ну ж... Майонез! У кого большая? Понюхай его. Ох, давай. За подписчиков. Блин, и тут никак не сфилонишь, понимаешь? Тут уже чуть-чуть еще глент надо. Ну что, как это было? Блин, и тут никак не сфилонишь, понимаешь? Тут уже чуть-чуть еще глент надо. Ну что, как это было? У тебя очки пропали, Кобяков. Где? У Кобякова очки пропали после майонеза. Знаете, на финал хотелось бы сделать это уверенно, поэтому погнали. У меня чуть два раза оно не вышло из меня. Не пробуй даже, даже не пробуй. Не пробуй даже, даже не пробуй. Рассасывай, как таблетку. Ну что? Так что кисло, горько, что по вкусу? Я выплюнул. Чувак, как только мои рецепторы дотрагиваются, вот язык трогает майонез, все, сразу назад лезет, сразу. О май гад. Может, не надо, чувак? Я такой, надо, и прям проглотил. Как вам такое? Мне даже стрёмно. Может, не надо, чувак? Я такой, надо, и прям проглотил. Как вам такое? Мне даже стрёмно на это смотреть. Ну что? Ложка. Блин. Помоги, я не могу. Just do it! Чувак. Просто постепенно. Он сам запрыгнет, он реально, он проходит. Только надо аккуратно это делать. Чувак, я тебе говорю, лучше не пережёвывай, он сам залетит. Скажи так, ты совсем беда или нормально? Владос, ел, проглотишь? Осталось чуть-чуть. Мерч помогает просто.
Короче, я пережил самую необычную минуту в своей жизни. Ребята, если хотите, если у вас есть дома майонез, возьмите столовую ложечку, налейте и чисто. Не рекомендую. Только чисто ради экспериментов. Попробуйте себя, так скажем, в нашей шкуре. Ну а если вам понравился этот видос, то почему бы не влепить ему лайк? Спасибо, ребят, что досмотрели его до конца. Ну а с вами